Вместо цветов – вкусный букет. В преддверии Дня знаний в Краскове организовали мастер-класс по созданию фруктового букета для учителей. Наша съемочная группа узнала, как сделать съедобный подарок. Яблоки, мандарины и груши. На первый взгляд собрать композицию сложно, но Екатерина Рожникова уверяет, все быстро и просто. На шпажке насаживают фрукты, деревянные палочки склеивают между собой скотчем. Декорировать можно карандашами и ветками. Учились красиво упаковывать потом этот букет. И вот сейчас вот ведь я отрезаю ленточку, чтобы мы закончили букет. Очень красивый. Ну, вы видите, дети собирали. Значит, не сложно. Организатор мастер-класса Алла Рогачева. Она же руководитель социального проекта «Могу заработать сам», в рамках которого проводят мастер-классы. Идея собрать всех, кто занимается декоративно-прикладным искусством, возникла в прошлом году. Всех нас когда-то учили бабушки чем-то заниматься, что-то творить, вышивать, вязать, неважно что. Когда человек попадает в определенные ситуации и лишается социума как такового, ему очень тяжело это переживать и морально, и физически, и как бы психологически. Игрушки, заколки и украшения. В мастерской собраны результаты разных видов рукоделия. И оказалось, что у нас очень много народу, которые занимаются именно ручной работой, изделиями и делают просто шедевры. Просто шедевры. В рамках социального проекта мастер-классы проводят и для детей, и для старшего поколения. А самодельными фруктовыми букетами дети остались довольны. Главное, чтобы они уцелели до 1 сентября. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.